Так, только что записал обзор на короткую программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Но что-то прям сегодня совсем слабо все было. Даже отметить особенно некого. Ну, разве что Алиса Юрова, особенно в сравнении с предыдущим соревнованием, значительно все лучше было, но пластичности также не достает, пока больше так все деревянно и будто бы не хватает опоры. Особенно на прыжках. Ну и Тася Коробицына какой-то неотесанный, сырой потенциал. То есть вроде бы все умеет, все может, но при этом какое-то все расшатанное. Осанку опять не держим, все это полусогнутое. Как будто бы фундамента не хватает, такого прочного, от которого можно будет уже и отталкиваться. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом туда подписываться. Кто не подписан, тот бестолочь. Всех целую и обнимаю.